или же боки? Ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку. Прочитайте группами загадочки. Вы должны их отгадать. Отгадали, подняли руку. Очень светлая школа, очень продвинутая школа. Мне нравится эта школа. Журавлёва Александра, 2 класс. Я очень люблю свою школу. Мне в ней нравится больше всего окружающий мир и литература. А на окружающем мире я очень люблю делать проекты и распознавать всяких разных животных, рыб, насекомых. Для этого наш класс разделился на 4 команды, которые готовы в любую минуту помочь нашей Золушке справиться с заданиями мальчиков. Первое задание мальчики – прополоть грядки на ее огороде. Копенко Дмитрий, 2 класс. Я люблю заниматься в школе, потому что я там получаю знания, исследую всякие вещи. Я люблю проекты. Когда мы с мамой
проект делали. Мама всегда. И я вот такая вот пусечка была. Если было бы два варианта, пойти гулять, либо в школу, куда бы пошла? В школу. Почему? Потому что там очень интересного всякого есть. Меня зовут Олеся Степкина. Я люблю школу, потому что там мы изучаем много нового. Мне нравится больше всего урок труда. Почему? Да, потому что там мы делаем всякие поделки. Я сделала птичку снегиря. О героях песни. Смотрите, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Детский путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Итак, посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Поливал дед, растил, чтобы она... И приговаривал, расти репка сладкой. Расти репка крепкой. Выросла репка большая, прибольшая. Стал дед из деревьев. Тянет, потянет. Приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Вот, а кто слушал, молодец. Смотрите.